Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня, как обычно, трэш. Будем пробовать связочкой Ворожей плюс Дрейк затащить топов. Сегодня у нас неплохие топы, свыше ляма есть. Посмотрим, что у нас получится. Ну, у меня Ворожей собран на максимальное уклонение, я уже показывал. Плюс мы сейчас попробуем сборочку. Вот такую вот ОЗ-шка. Плюс для отхила Holy Conviction стоит. Ну, он собран на full уклон. То есть максимальное уклонение. Плюс точно такой же Дрейк. Ну, фактически, практически. Только у него будет стоять еще дополнительно для понижения входящего урона. Сейчас, возможно, еще и на ворожая я накину тоже для того, чтобы другие герои его сильно не пробивали. Вот такую вот сборку. Такой вот вариант. Честно скажу, я удивлен. Реально сливается дофигища народа. 2, 3, 4, 5. То есть каждый второй слив. Когда я собрал сейчас героев с ОЗ-шкой всех. Окей, поехали. Посмотрим, что там у нас на битве гильдии сегодня есть на английском сервере. 1 и 3. 835, 826, 11900. В общем, бьем здесь двоих. Так, смотрим, что у нас тут интересного есть. Воодушки смотрю на всех. Фрея. Мы попробуем вариант сейчас. Надо все-таки, наверное, Дрейка будет пускать первым. Может, как вариант, он зарядит Фрейку. Вот, отлично. Отлично, отлично, отлично. Кидаем ворожея для подхила. В чем... Эй, куда ты побежал? В чем плюс... Так, он бежит туда дальше или он уже становится... И все-таки он дальше бежит. Надо попробовать его с угла. Священный суд увеличивает отхил, если такая связка на героях стоит. Так, здесь у нас включился. Блин, надо так сделать, чтобы здание он разбил. А то он, как видите, забегает в центр, и там еще вражеский ворожей. Плюс зефир рядом. Ну, опасно туда забегать. Вот видите, они побежали туда внутрь. Надо что-то придумать поинтересней. Так, ну если мы отсюда попробуем кинуть сразу же, чтобы он далеко не бежал. Тут странно, он Фрейю не зарядил. Но пробуем еще. Как видите, Космо в данном случае нам даже помогает. Вот, отлично, зацепились. Ворожей дает отхил. Самое главное, активировать все время Фрейю. А Фрейю мы будем активировать ворожеем, и соответственно мы просто тупо зависнем на такой сборке. Как видите, даже 30-е прорывы они не пробивают СО плюс огненку. То есть в таком случае можно просто вот тупо стоять на одном месте и любого топа ушатать, если есть Фрейя. Фрейя на дефе в топе, ну, я не знаю, он, наверное, скорее всего, да, у него Фрейя на прохождение стоит. Будет Фрейя, хотя с такими героями Фрейя использовать, ну, не знаю. В общем, просто налегке 1,3 ляма Дрейк просто шатает, как видите. Вроде и старый герой, но использовать его еще все-таки можно. Так, следующий топ у нас 880. Что у нас здесь есть? Льдышка. О, да, отлично. Тут вообще, думаю, проблем не будет. Единственное, чтобы нам времени хватило. Роза. В принципе, Роза у нас, я думаю, не будет сильно там пробивать.
Видите, миссы проходят на ура. Единственное, нам надо юнитов слить. Сейчас попробуем. Хватит ли Драйку времени слить всех юнитов? 30 секунд. А юнитов-то очень-то много. Плюс ворожей еще. Ну, думаю, вдвоем они, считайте, каждых 5-6 секунд сливают порядка, если так брать, порядка 10, да даже больше, наверное, если он бьет, порядка 15-20 юнитов. То есть где-то в среднем 1,5 минуты у нас уйдет сейчас на убивание самых юнитов. Ну, плюс здание он тоже уже дамажит, 9%. Ну, пробуем, пробуем. Как видите, эта связочка просто, просто песня. Мне она очень нравится. Минута 30. Интересно, интересно, хватит нам времени или нет? Думаю, хватит. Минута 30 в среднем. Так, Фрейя включилась. Ну, как видите, даже 30-я Фрейя, она просто, ну, уже не то. Воу-воу-воу-воу. Смотрите, как ворожай просел. 47%. Опасно. 53%. Ну, тут без проблем. То есть, даже если у вас будет фуловая база, опять же, Фрейя, можно было с другой стороны, но, в принципе, плюс юниты нет. Тут вариант такой не прокатит. То есть, зависли на героя, и все. Еще остается целая минута в запасе. То есть, за 2 минуты мы базу с юнитами тоже разобрали. Так, 855. Давайте здесь топа попробуем. Так, что у нас тут? Зефир. Тут тоже надо на ком-то зависать. Ну, поехали, попробуем. Попробуем через льдышку. В принципе, льдышка дамага много не должна наносить. Ну, смотрите, тут слила. Тут плюс еще космо у нас есть. Будем сейчас пробовать еще разок. Запускаем ворожея. Тут и зефир сразу же бьет. Тут посложнее будет, ну. Будем пробовать. Да, тут у нас посложнее будет. Драйка слили. Надо подумать через кого-то другого. Может Фобу вытащить. Фобу и ворожей, они не настолько страшны. Но, правда, космо все равно у нас есть. Мы пробуем отсюда забежать. Тут у нас и юниты. Можно попробовать. Ну, хотя, в принципе, спам здесь не особо спасет. Но здесь пробивают. Ну, пробуем. Нам надо, конечно же, космо ушатать. Такой вариант не катит. Тут, видите, нам очень-очень мешают. В принципе, зеленый против дышки. Попробуем еще разок. Зефир дамажит космо. Плюс у нас получается здесь еще и льдышка будет бить. Хватает. Ну-ка попробуем обратно поставить на ворожая. Ворожая у нас, в принципе, так не проседает. Попробуем поставить водушку, чтобы он все время включался. Хотя, в принципе, он и так все время включается. Такой сборки-то он все время будет давать нам отхил, но все равно, смотрите, тут уже ворожай просел. Ай-яй-яй, практически слили, практически слили. Ледяха, ледяха, блин. Реально мешает.
Ну тут от хила самого должно хватать, но тут просто идет заморозка от ледяхи и все. Там тоже отхил под 200. Пробуем сюда и туда забежать, вытащить фобу. Я не спамлю юнитами. Юнитами, в принципе, здесь бессмысленно спамить. Их все равно очень быстро сольют. Так, все равно ушатали. Ладно, давайте попробуем другого топа. Поставим обратно. Потом вернемся к нему. Есть еще один вариант у меня. Так, Guild Wars. Поехали, посмотрим пока на этого. И тут у нас дырки, все разбросаны. Ну, тут можно просто на Фрейе зависнуть. Ворожея выкидываете для подхила, и никаких проблем в прохождении этой базы тоже не должно быть. Мне единственное интересно, долетит ли от Дрейка здесь в самый конец дальность атаки. Не, все-таки летит. Летит 355к в самую последнюю точку, поэтому опять же Дрейк здесь будет тащить. Ну такая база то налегке проходится, потому что ну, тут ничего сверхъестественного в этой базе нет. Она очень легкая. Все здания снаружи еще стоят, поэтому тут вариаций. Для прохождения очень много. В среднем где-то так же, как и на предыдущей базе с юнитами, у нас останется приблизительно где-то минута. То есть все, сейчас он начнет по зданиям лупить. Пятьдесят семь процентов. Девяносто. Воу, ничего себе, 90%, ребят, посмотрите на это. 90% и ушатали все-таки. Жесть. Ну, я не знаю, поехали попробуем. У меня тут для отхила фактически никого нет. То есть шанс на слив здесь очень велик. И скорее всего, что мы сольемся, если стрелок сейчас не ударит, а стрелок у нас скорее всего не ударит. У нас остался один зефир, и это все, ребят. Это реально слив. Жесть. Как видите, вообще непредвиденное. Хотя можно было, в принципе, этого туда запустить. Можно было по-другому кинуть. У нас осталось три здания. Зефира кинуть сюда. Да, это я ступил. А тут просто юнитами зафигачить. Но они моего зефира сейчас, наверное, сольют. Тут без вариантов уже. Ну, можно было пройти, в принципе, его. Но, как видите, время. Да, обидно, знаете, так на последнем моменте просто чикнули. Так, окей. Ну, надо для перестраховки в таком варианте всегда держать седну тут. Так, попробовать через огника забежать, не вариант. Видите, я без юнит, без этих, без питомцев. Были бы питомцы, без проблем бы затащили.
Попробуем. О, отлично. Посмотрите, мы слили космо, вообще отлично. Космо у нас слился. Огонь. Так, тихо, тихо, тихо. Выживай. Ну вот это, конечно, печально. Сразу же троих потащили. Нет, тут мы не вытащим. Блин, обидно, обидно. Хороший шанс был. Космо отлично проседает. Плюс смотр, если будет его блочить и бить сразу же. В принципе, видите, здесь не повезло немножко нам. Блин, обидный, конечно, слив на предыдущем. Там можно было, в принципе, просто вместо карася поставить одного питомца. Ну, я тестирую как бы самого Дрейка, поэтому этот слив это такое. Меня радует эта связка. Отхил плюс хороший деф. Надо будет им десятки качать. Отлично. Хорошо, кулдаун попали. Блин, вот не хватает немножко. А ну-ка, если я закину сейчас сюда. Всех, кроме Зефира, попробую. Вот так, начиная. Раз, два, три, четыре, пять. Пять героев с отражалками. Посмотрите, что делается сразу же. Сразу же, как минусуются они. Офигеть! Просто Космо улетел, Фоба... А, Космо еще не улетел, сейчас Фоба улетит. Космо сейчас тоже улетит. У нас остался один Ледяха. И посмотрите, что Ледяха делает просто. Жесть. Блин, обидно. То есть можно просто 5 и героев выпустить с отражалками. Ушатать все, что нам не надо. И зависнуть даже на том же самом ворожее. С космо включится вот таким вот образом. Так, минуснулся стрелок. Вы видите, опять в кулдаун не попали. Тут уже из зефира потащили. Ну-ка попробуем через льдешку такой вариант сделать. Надо, чтобы все совпало, чтобы смотр ударил правильно. Космос сейчас, чтобы ударил, и потом смотр его тоже добил. Так, стрелка у нас ушатали. Как-то видите, через раз заходит. То нормально заходит, то нифига не получается. Сейчас не сливаются уже. Через огника, я думаю, это тоже не вариант. Ладно, давайте убьем. Тут у нас, по-моему, еще один был. Что-то подвисает. Что такое? Одни тучки. Что это за прикол? Блин, обидно. Слив, конечно. Ну, тут тот же самый вариант. Ну, пробуем тот же самый вариант, кстати.
Будет ли опять 90%? Это можно было вытащить, поставить, просто кинуть его, а там добить остальными. Ну да ладно. Да, все-таки где-то минута 30 он добиваем юнитов всех, и только тогда уже начинает добиваться здания, как видите. Ну, теперь начался набор по зданиям. Хватает 30 секунд, в принципе, на молчанке просто прилетает ему. На Дрейка, видите, он не бьет, молчанка прилетает. Хватает 30 секунд для того, чтобы разобрать базу, по сути. О, опять, ребята, посмотрите, что делается, чуть не слились. Жесть. Практически. Опять Дрейк наполовину. Смотр все-таки, видите, может напакостить. Вот то, о чем я говорил. Это просто жесть. Смотрите на ситуацию. Просто капец, ребят. Офигеть. Я кидаю опять точно так же всех. Потому что нам надо долететь до здания в центр. Не знаю, получится. Нет, тоже не получится. Второй слив. Второй такой же точный слив на такой же точно базе. Не добито у нас, блин, одно здание, реально, вот одно здание. А, не, все-таки добьют, наверное, это здание. А где следующее? Что-то не вижу. Таблетка под кем-то, что ли? Я что-то не увидел, а где здание было? Тут таблетки нет, там таблетки нет. Странно. Как-то очень странно. То ли я ослеп. В общем, напишите потом на повторе. Посмотрите, скажете, где здание. Ну, опять же, точно такой же слив. Только здесь 97, где-то одно здание не досмотрели. Ну, как видите, шанс слива, как обычно. Поехали еще этого попробуем. Блин, ну классно, мне понравилось такой трэш. Так, ну давайте попробуем через этого зайти, как вариант. Ну через огника это вообще бессмысленно, он будет дополнительно дамажить, парализовать, снимать бафы. Тут варианта вообще нет. Надо пробовать как-то так, чтобы космо у нас отключился. Тогда будет попроще. Далековато я закинул, сейчас там может еще и зефир прибежать к нам. Блин, видите, раз на раз не приходится. Надо, чтобы совпал смотр. Ну, 2% набили. В принципе, можно юнитов слить, а потом выпускать их. И за минуту, если повезет, опять же, если повезет, они ушатают. А, еще и к зефиру побежали. Добили юнитов, побежали к зефиру. Это все. Это печально. Надо выпускать где-то по центру.
Тут, скорее всего, сейчас еще ледяху потащит. Всех потащили. Блин, 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 блин. Значит, попробуем где-то вот так вот запустить. Вот такой вот вариант, в принципе, неплох. Сюда докинем стрелка. Рэнка и этого с отражалками, может, сольется космо. Ну, практически космо слился. Космо, давай сливайся. Видите, реально отражалка кайфовая тема, что в дефе, что в атаке. Практически, чуть-чуть нам не хватило, блин. Обидно. Чуть-чуть совсем не хватило, чтобы слить космо. Так, ну пробуем еще разок. Попробую вот так вот всех сразу выпустить. Все-таки ворожей там космо подхиливает очень круто. По 200к, ну, в принципе, как и мой. Надо так, чтобы только смотр ударил. Ну плюс у меня еще уклонение, если бы не было уклонений на героях. Было бы, думаю, попроще, а так, как видите. Не вариант. Есть, конечно, вариант попробовать поставить слона на ворожея. Давайте попробуем такой вариант. Со слоном. Ну тогда они вообще попадать не будут, по сути. Ну, практически. Может, такой вариант будет получше. У нас будет иммунитет к стану. Плюс немножко больше уклонения. Но Дрейка, я думаю, это не особо спасет. Хотя, с другой стороны, пробуем. Да и космо не так попадать будет. Явно сейчас получше чуть-чуть стоят уже. Сорок секунд. Все равно, блин. Ворожая просто унесли. Есть еще вариант попробовать выживание. Но Дрейка. Блин, как-то, видите, сливает ворожея.
А, это у нас ворожей с выживанием стоит. Блин, я думаю, что за фигня это называется? Я так и своему поставил. Вот в чем вся беда, ребятушки. Блин, еще и бешено подвисает. Вот это вот вымораживает. Так, ну Дрейк, блин, что делать с Дрейком? Попробуем, давайте еще вариант выживания. Ну, это такой вариант. Можно было бы, конечно, и поставить лезвие ему как вариант, но на нем уклонения не особо много. Оно тоже не всегда спасает. Ладно, пробуем такой вариант. Драйк, видите. Попадают. Попадают! Блин. Все-таки вариант получше будет. Да. Ну, попробуем спамить юнитами, может это хоть как-то спасет. Вообще никак не спасает. Блин, ну классная сборка, но че сделаешь? Видите, не везде она тащит, но блин, в большинстве вот два слива, вот это единственное, на ком мы так заморочились. Там два слива, это конечно случайность такая, но я тестирую всего лишь два героя, то есть тут, если будет больше героев, о, нашли место, где можно спасаться от космо. Есть, конечно, вариант попробовать слить юнитов зефиром, а потом выпустить этих двоих. Посмотреть, будет сливили. Ну вот, смотрите, если так вот выкидывать по чуть-чуть юнитов, то как вариант, может еще что-то затащим. Но тут опять же, тут шанс на слив такой же, как и на предыдущих двух растах. Ну, пробуем. Была не была, для этого и есть такие тесты. Потому что битва Гильдии уже сама по себе себя выжила. Вот, блин, если б не было юнитов, можно было Дрейком уже развалить все давно. Так, потащили мы Космо еще к себе дополнительно. Это он сейчас нас будет Дрейка шатать. Сейчас у нас просто юнитов. Мы сейчас добьем до зданий до 50, у нас закончатся юниты, как обычно. Дрейк, ай! Убили Дрейка. Ладно, давайте попробуем вариант. Самый простой, сливаем всех юнитов. Ну тут мне кажется, сейчас еще мы, помимо того, что мы сольем юнитов, намного проще будет с зефиром. Хотя нет, сейчас сольемся.
стопудово сольемся, потому что Дрейк побежал к этому, к ворожею, ко всем, всех затащил на себя. Сливун, короче. Это реально, просто тупо сливается. Сейчас попробуем чем подальше. Этих двоих отсюда закинем. Опять, смотрите, опять добежал до самого этого. Ну что за фигня, ну? Всех захватил. Короче, ребята, шанс слива максимальный. Буду немножко спамить юнитами еще. Хотя это вряд ли спасет. Дрейка сейчас просто стычки снесут и все. И на этом все закончится. Вот смотрите, сейчас он ударит 50%, его нафиг снесут. 100% так и будет. Да, даже не успел, блин. Даже не успел. Жесть. Значит, пробуем тогда другой вариант. Пробуем вот так, раз-два, чтобы они зацепились на юнитах. Вытащили фобу. Выкидываем отсюда. Вот такой вот вариант. Ну, Дрейк все равно сейчас вперед побежит. Он все равно вперед побежит и затащит всех остальных. В таком случае уже лучше, наверное, даже бежать через Феникса. Видите, он все равно всех тащит. Ну вот, раста, которая более-менее вот 56%. Дрейк, живи! Не сливайся, я тебя прошу! Давайте будем юнитами спамить больше. Сейчас сольется, 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 не сливайся. Живи. 68%, ребят. Ну тут по-любому тут шанс на слив 100%. Вот то, о чем я и говорил, что шанс на слив реально 100%. А что бы вы тут ни делали. Это Unreal. Ну, не то чтобы Unreal, мы попробуем еще. Я буду в любом случае пробовать эту связку довести до ума. Возможно, где-то под ролью созвездия на Дрейке получше, потому что надо все-таки их докачать. Вот Фрэнк почти ушатал. Надо их докачать и тестировать дальше. Хоть чем-то можно заняться на битве гильдий. Ну, три слива. Зато первых два красиво было. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.